А, кстати, общаетесь вы с сослуживцами своими? Время от времени. Дело в том, что все-таки ОМОН, что называется, дело молодых. Не скажу, что мы очень сильно постарели, но мы там все работали, нам было там от 20 лет до... там 30, а сейчас нам всем там 35, 37, 39, и все понемногу оттуда уже перебрались в другие какие-то места, кто-то уже в ином мире, кто-то работает на других работах. Ну, мы где-то раз там в два года где-то в бане собираемся там с служивцами. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».